26 мая 2021 года. Мы на красивом Барнаульском мосту. Тут вот видно, где Барнауль. Я не один. Это храм построили на кладбище. Была выставка «Достижения народного хозяйства». А тут сейчас ко дню победы еще сделали. Как последние города брали. А на той стороне, с другой стороны, там Москва первая, а здесь последние, которые. Вена, Братислава, ну, Берлин. Вот, вон пошел корабль. Или по Волге платят, Москва называется. Я его не вижу даже, где он. Вот. А это Барнаул, речной вокзал. Вот нанесло сколько здесь. Перед ним. Хлам. Это Обь. Обь, матушка. Вот эти кораблики. Поехали. Люди платят деньги и катаются. А это вот Знаменский монастырь. Знаменский монастырь. Это город Барнаул. Красавец. Вот как трап переходной сделан людям. Вон на самокатах катаются люди. Там далеко за деревьями, это Новый Алтай, другой город. Иногда его причисляют к Барнаулу, но это совершенно отдельная администрация и все другое. Но Алтайский край все равно. Вот как машины идут. Трехрядное движение. Мост под ногами трясется. Три ряда машины идут. Вот оно видно, что трехрядное. И в ту сторону три. И там также города какие. Первые города какие. Москва. Ну и дальше так идет. Умно кто придумал. И флаги российские. Божественные флаги. Рождается в тех крови, думать надо о небе и белый престол. И все это так. Это каждый флажок проповедь о Христе. А там он будет, как называют это, вышка. Телевизионная. Как все украсили. Ремонт идет. Это наш ураганщик. Мои хорошие стоят. А, это баба Люба. Вот Николая Мафатеева. А это Ликикерия, там правнучка Владимира Ивановича Пенкина. А вот там далеко виден единственный храм, тогда был Покровский. Собор, митрополище, митрополия алтайская. Здесь митрополит Сергий Иванников, хороший пастырь. Бог установил такие отношения с нами, он как отец родной нам по сей день. Мы видим, что за многие наши скорби, молитвы Бог послал такого архипастыря. Вот она разлилась, как говорит, матушка. Вот. Тут всякая рыба есть. Мы сейчас дальше пройдем. Вот смотрите. Вот как трясется у меня, это так под ногами он трясется.
Все, пошли дальше.